Всем привет, Зебраш Семерочка. На вопрос, почему не в 2019-й, показываю все это дело, потому что семерка быстрее бегает. Моя винда, видать, принимает, вот вы смотрите, как он тут легко все работает. Все вот крутится быстренько как-то. 2019-й у меня чуть-чуть подтормаживает, поэтому вот 2007-я. Так, не знаю, с чего начать. Наверное, давайте сначала по вопросу разберемся. Кто знает, опять же, подключайтесь, пишите под видео. Вопрос такой поступил, как можно работать с прозрачностью, но чтобы с тем саптулом, который вот видишь. Ну, в принципе, я так понял, что чтобы были все саптулы включены и работать именно с прозрачностью, вычитать что-то, имея включенные все саптулы. Я такого не знаю. Работаю только с двумя. Единственное, что могу показать, это вот в преференциях есть вот такая вот фишка Draw. И вот здесь вот идет регулировка прозрачности. Вот больше, меньше, можно больше поставить, можно меньше. Можно фронт вот так вот поставить, еще побольше яркости. И можно поменять именно цвет вот этой прозрачности. Вот поставить вот так как-то. Все, на этом мои знания пока заканчиваются. Если кто-то знает, как работать со всеми саптулами, с включенными, и чтобы можно, я так понял, было вычитать, и не отключать все саптулы. Ну, где-то вот так вот я понял. Так, следом. Сейчас я поставлю все назад. Следом давайте, хотелось бы разобраться в этом вопросе. А вопрос заключается в чем? Так, отключу прозрачность. Вот есть тело хищника, и вот захотелось... Даже не захотелось, а надо сделать тут сетку. Вот на этом месте, на его теле. Типа как одежда. И вот два вопроса. Текстуру, если включать, то это не факт. Не получается четко. Сейчас вам покажу. Импорт. Открываем любую сетку. И вот, в принципе, переключившись на стандартную кисть, включим, допустим, ту же альфу, загрузим импорт, вот так вот, и переключимся на Drag Rect. Да, базара нет, можно ее так вот нанести, вот таким вот образом, но что-то не так как-то, не та фишка. И есть еще один способ. Так, это мы отменим. Ctrl-Z. И есть еще такой вариант. Зайти в Surface. Нажать Noise. Подгрузить альфу. Вот здесь On-Off. И подгрузить ту сетку, которая нам нужна. И вот здесь ее уже установить. Так, вот эти уберем. Так, теперь вот этот Surface чуть-чуть прибавим. И вот этот чуть-чуть сделаем побольше. Scale. Сейчас приближу, чтобы вам было видно. Вот таким вот образом. Так, эту сетку уводим. Вот можно сделать вот так вот. Вот такую сетку. Можно сделать сетку, так, это значит, подгрузим новую. Я тут их накачал мал-мал. Вот сейчас какая подойдет. Можно сделать вот такую вот сетку. Тоже прикольно, все нормально. Вот таким вот образом. Ну вот тоже что-то сетка мне не нравится. Давайте подберем новую. Вот поставим
побольше. Вот такая уже вроде пойдет, уже прикольно. Здесь можно переключаться мул, диф, мин, максимум, вот эта вот штука. И регулировать еще вот эти вот текстурки. Вот можно ее сделать сильнее, меньше, как вам надо. Так, вот здесь вот можно тоже подрегулировать. Чуть больше нойсов, чуть меньше. Вот до такой можно сделать. Вот до такой вот. Вот где-то вот так вот. И также все это дело можно переключить. Вот Reset, TV. Вот сетка уже нормальная. Вот уже прикольная. Так, здесь сделаем ее почетче. Вот такая пойдет уже. Окей. И вот уже сетка на теле. Вот так она выглядит. Цивильно прикольно. Так, теперь вот такая штука. Смотрите. Если будете сохранять, нажимаете Apple to Mesh, и увидите, что качество немножко портится. Хотя 675 тысяч полигонов. Вот они. В принципе, вид нормальный. Но можно ее еще четче сделать. Это Ctrl-Z. И добавить дивайдов. Но если мы добавим дивайдов, уже получается 2 с лишним миллиона полигонов. Да, качество будет четкое, но вот такой вот вариант. Так, Ctrl-Z. Так, вот такой вот вариант. Есть еще один вариант, но он чуть похуже здесь будет, наверное, смотреться. Это когда вы в Surface, допустим, вот нажимаете Mask Binoise. И у вас вот маскируется сетка. Можете Ctrl-I нажать и уже с помощью деформации заходите в Deformation. И вот здесь вот можно прибавить инфлатеном. Вот вы видите, что вот такая штука получается. Снимем маску. Ну, в принципе, тоже вид нормальный, но надо будет уже чуть-чуть тут подкорректировать. Так. Ну вот, что и хотелось показать. Вот такая сетка, вот так вот все получается. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот такая фишка. Все, всем пока, до свидания.